Его авторский почерк узнают по всему миру, а портреты молодых девушек впечатляют воздушностью, таинственностью и красотой. Выставка «Прекрасное отражение» выдающегося художника Юдоля Пена открылась в Гродненском музее истории и религии. Обновленный зал украсили 26 картин, привезенных из Витебского областного краеведческого музея. Благодаря проекту обмена выставками, гродницы и гости города получили уникальную возможность прикоснуться к искусству конца XIX – начала XX века. Проект обмену выставками с Витебским музеем, я думаю, будет протягиваться, потому что туда поехала выстава из наших фондов, присвященная медному лицу у сакральном мастерстве. И так само, я думаю, что витебские наведывальники, гости так само познакомятся с часткой коллекции нашего музея. Писать картины Юдоль Пен начинал с прорисовки глаз. Эта интересная особенность помогала передать настроение художника и героини, изображенной на холсте. Такая необычная техника отличает его от других мастеров живописи. Его наставник, академик Чистяков, так само начинал с очей и говорил про это в очи. Але варто зауважить, что в очи у Пена они надзвичайные. Яны такие, что поглинают глядача и створяют вельми отповедный настрой. За свою долгую жизнь Бен создал около 1500 картин. Свои работы он завещал Витебску, который на долгое время стал для него местом жизни, работы и творческого вдохновения. Уникальные произведения искусства великого художника будут гостить в Музее истории и религии до 28 мая.